Давай рассказывай, Джан Пулат. Расскажу, господин Зульфикар, расскажу. Я пока ждал, чтобы условия были выполнены. Какие условия? Условия заварки чая. Пусат, ты как будто с деревни сам собирал. Что ты так долго? Господин Зульфикар, поймешь, когда выпьешь. Здоровья твоим рукам. Друзья мои, это и было завещание моего отца. Чтобы мы были вместе. А разве мы не вместе? Рассказать об этом всему миру – наша новая цель. Брат, это требует большой организации. Тут ведь нас мало людей. Брат, черное знамя ради этого и существует, да. Черное знамя мы создали ради этой цели, но руки, держащие знамя, выросли в наших центрах. Как так, брат? Я говорю про очень старую организацию. Образовав черное знамя, мы запустили одну из цепей этой организации. Таким образом, мы разбудили 50 различных центров по всему миру, которые ждали пробуждения. Чего они столько времени ждали, Джан Пулат? Веру, которая бы их и объединила. Операции пирамиды вы дали эту веру. Мы передали колонизаторским династиям сообщение данной операции. Теперь сообщение доставим до центров. Наша миссия – убрать династии. Цель – создать новую династию. Жан Пулат, разве ты не свергнул самую сильную из них? Это правда. Что мы сотрясли трон Амона? Но за ним оказалась еще большая сила. Династия британцев Роберт Альберт Стоун, которая с помощью своих отростков управляет всем миром. Входи. Проходи, Джульетта. Я поговорила с гонцом полиции. Он скоро будет здесь. А я поговорил с Робертом Альбертом Стоуном. Он в 2015-м приедет в Стамбул. Сэр Альберт Стоун едет в Стамбул? Да. А этот приезд имеет отношение к открытию сундука в 2015-м? Я думаю, что да. Мы можем придать этому приезду большой смысл при помощи того, что будем делать дальше. Нам необходимо убрать Пулата Алимдара и его команду. Да. Тогда перед династией Ра упадет последняя крепость. Джульетта, все должно идти по нашему плану. Я ради этого сделаю все. Ты и так сделала свою миссию. Я могу взять на себя дело Сагира. Нет, это слишком опасно. Мы ради таких дел не можем жертвовать своими людьми. Хорошо, как хотите. Джан Пулат, ты все так рассказал, что кажется, что Кербелу тоже этот Роберт Стоун запланировал.
шепнул на ухо Езиду: «Господин Зульфикар, причина жестокости и несправедливости в мире – это жадность и желание власти, и Езиду и Стоуну на ухо шепчут одно и то же. Мы операцией «Пирамида» припугнули династии, но и в то же время дали надежду угнетенным народам. Наши земли превратились в мировое убежище. Господин Зульфикар, как и в прошлом, имам Хусейн, зная свой исход, пошел в Куфу, чтобы противостоять жестокости, и мы сегодня вынуждены бороться против колонизаторов. И это последняя крепость. Если мы сегодня свернем с пути, завтра не останется никого, чтобы продолжить путь. Что будем делать, Джанпулат? Скажи, в чем наша миссия? Мы будем судьями во всех сферах, начиная с улиц, заканчивая компаниями. Пусат, ты попытайся взять Стамбульское посольство. Джахид тебя поддержит в совете. На улицах ты получишь помощь от Сеттара. А ты забудь свою старую войну. Вам нужен Сеттар. Хорошо, Джанпулат. Мы возьмем в свои руки отростки династии в нашей стране. Фехми Кузузаде переживает интересный период. Из горестного отца он превратился в безжалостного мафиози. Джахид, о семействе Кузузаде ты многое не знаешь. Мы об этом потом поговорим. Брат, позволь мне расправиться с этим лисом. А при помощи золота, которое у него, поможем угнетенным людям. Пока рано нападать на лиса. Но мы не упустим его след. Он захочет разменять золото. Господин Зульфикар, мы сможем быть в курсе въезда через границу большого количества денег или оружия? С позволения Аллаха будем. Самое главное – это избавиться от веревки, которую хотят натянуть на нашу шею под названием терроризм. Мы должны поработать со всех сторон, чтобы оправдаться от обвинений. Мы пытаемся найти след денег, которые представлены как наша помощь террористам. Акиф – это самое срочное дело. Если деньги будут переданы в комиссию Международного суда, то мы уже ничего не сможем сделать. Комиссия Международного суда подготовлена для Пулата Алемдара. Мы должны как можно быстрее доставить доказательства. Пока мы не узнаем от вас хороших новостей, деньги будут храниться в защищенном месте. Завтра после криминального расследования осуществим перевод. Позовем и друзей из СМИ, чтобы показать им прекрасное шоу. Мы не смогли убедить общественность в том, что Пулат Алемдар террорист. Благодаря этому Пулат сумел сбежать. Но беглая жизнь не продлится долго. Я знаю, как его заставить выйти из укрытия. Вы сначала подготовьте документы. Недостаточно убрать деньги, Акиф. Нужно сделать так, будто бы их вообще не было. Никто не должен узнать, что была проведена операция. Понял, брат. Как только получим новости о тарифе, начнем действовать. Но даже если мы будем успешны, то они все равно не оставят дело в покое. На этот раз нам нужно точно удостоверить свой исход. В этом вопросе тебе поможет Лейла. Обсудим детали дела в КГТ. Брат Эрхан, мне нужно решить проблему господина Зульфикара и Сеттара. Решим, Пусат, решим. Если мы сможем оправдаться от клейма террориста, то сможем начать подготовку для заграничных операций. Когда мы разбудим центры ото сна,
то равновесие в регионе поменяется. Вместе со всеми угнетенными народами мы разрушим в пух и прах троны династии. Египет, Каир. Иерусалим. Скопье. Ташкент. Я хотел с тобой лично поговорить, Джагид. Дело в Софии. Брат, София в опасности? Она в еще большей опасности, нежели я думал. В тайной комнате я нашел некоторые сведения про тамплиеров. Они никогда не отдаляются от отростков династии. Это связано со странными ритуалами, которые я сейчас не могу объяснить. Я там понял, что, что бы я ни делал, пока ее фамилия будет Караханлы, София будет целью тамплиеров.
Брат, я могу что-то сделать? Да. Можешь, Джахид. Пойдемте. Пойдемте, господа. Что это, брат? Добро пожаловать в Львиный дом. Откуда ты это взял, брат? Оттуда же, где взял остальную информацию. Брат, мы идем в нападение? Да. У нас есть сообщение, которое нам надо передать Ра. Я подумал, что пришло время и Ра услышать то, что услышал Амон. Мы будем здесь кушать? А что, не нравится? Нет, мне очень нравится. Добро пожаловать. Что хотите? Принеси нам чего-нибудь, чтоб мы наелись. Но у нас из еды только перекусить есть. Ну ничего, принеси все и побольше. И захвати выпить. А это еще кто? Не знаю, попросили принести еды. Хорошо.
Мы теперь стамбульцы, брат. Пока еще нет. Что ты задумал? Нам нужно найти место и доверенных людей. Откуда начнем? Ты сначала съешь свою еду. Вот ваш счет, господин. Что это? Счет, господин. Они еще не закончили есть. Если хотите, мы вам все в пакет упакуем, чтоб дома поели. Я тебе самого сейчас пакет засуну. Ты решил по-своему нас выгнать отсюда? Ну, пожалуйста, это приказ нашего босса. Прошу. Ну и счет. Позови-ка своего босса, поторгуемся. Босс не может прийти, господин. Придет. Ты скажи, что я зову. Господин, и счет не проблема. Мы угощаем на этот раз, прошу выйти. Кто ты такой, чтобы меня угощать? Зови своего босса, я поторгуюсь. Что происходит? Им нужен босс. Хорошо. Господин, я сын владельца. Пожалуйста, не заводите проблем. Прошу на выход. Зови своего босса. Зови своего босса. Стой, не делай ничего. А теперь поторгуемся с тобой, босс. Я расплачусь по этому счету. Но согласись с тем, что ты меня обманул. Этот счет слишком велик. Теперь мы будем партнерами. Партнерами? Смотри, я тебя не вышвырну за дверь. Хорошо, обдумай мое предложение. Хорошо. Не делай ничего. Вы все услышали. Я теперь партнер. Буду забирать свою долю, а мои люди будут есть, что хотят. А если будут нас искать, то наше место будет известно. Если ты решишь подставить меня, то я сначала прикончу твоего сына, а потом и тебя. Предупреждаю всего лишь один раз. Хорошо.
Господин, у меня плохая новость. Наш львиный дом подвергся нападению. Как это может быть? Напали Пулат Алимдар и его команда. Позови мне командира. Мы не можем с ним связаться. Что это значит? К сожалению, господин, после нападения никто не выжил. Господин, наш технический работник нашел видеозапись. Я слышал, что ты по старой привычке снова положил глаз на мою страну. Не только на этих землях, но и на всех колонизированных землях для тебя не будет покоя. Ты узнал меня в моей войне против Амона. А теперь твоя очередь, Ра. Не только на этих землях, но и на всех колонизированных землях для тебя не будет покоя. Ты узнал меня в моей войне против Амона. А теперь твоя очередь, Ра. Добро пожаловать, Мартин. Хотел бы я прийти к добру. Для этого тебе придется несколько дней подождать. Я готовлю незабываемую операцию. Вчерашняя операция тоже не забудется, Брэндон. Вчера Лев многих потерял. Намного больше, чем в прошедших операциях. Все не так, как раньше, Мартин. Есть уже плата за власть на этих землях. Это ты довел до такого состояния Пулата. Нужно было с самого начала убрать его. Сколько раз тебе еще объяснять, Мартин? Недостаточно его убрать. Нужно сделать так, чтобы никто даже не додумался больше напасть на династию. Но удачи тебе в этом деле. Ты сюда пришел, чтобы это сказать? Нет, чтобы тебе помочь. Ты нашел человека, который продаст нам оружие? С несколькими людьми поговорил. Некоторые посчитали дело очень рискованным. Согласился один. И кто? Господин Сахариас. Сахариас. Старый волк. Надо побыстрее встретиться. Зайди ко мне. Да, господин. Начнем операцию по переводу денег Пулата Алимдара в криминалистику. Хорошо, господин. Я не хочу ошибок на этот раз. Сделай все, что необходимо, чтобы совершить перевод. Как прикажете, господин. На краю обрыва я стою. Под великой звездой. Мои пятки в руках пустоты перед несчастной бедой. На цыпочках. Неподвижно стою. Достаточно дуновения ветра, чтоб я упал. Вот-вот упаду. Стою обрыва на краю. Палач готов. Готов указ. Жертва готова. Твоя красота — граница к мечению. На краю обрыва я стою готовый. Я беден, самый бедный, тысячелистник, спасшийся от огня, от бури, не боящийся никаких бед, я который не знает стара, трясусь перед тобой, я дрожу.
Открой-ка вот это. Друзья, легкой работы. Спасибо. Так прекрасно снова вас видеть здесь. Ах, мой Пусат, ну как я пойду сам к этому балбесу Сеттару? И мне нелегко, господин Зульфикар, но брат Пулат точно сказал. Ты ведь тоже слышал? Слышал. Слышал, вот бы не услышал. Господин Зульфикар, мы туда идем не ради Сеттара, а ради брата. Если б мой Джан Пулат не сказал, разве я пошел бы даже под угрозой смерти? Ну и вот, не думай. Это наша миссия. Мы ее выполним. Выполним. Лейла пытается найти доказательства для оправдания. Нам нужно найти улики, чтобы помочь ей. Мы готовим Стальхай досье. И господин председатель над этим работает. Ты сказал, что можно раскрыть связь Сагира и гонца полиции. Мы можем доказать это при помощи видео. Есть новости от Зульфикара? Пока нет, брат. Где Акиф? Что? Стой! Акиф? Акиф! Добро пожаловать! У меня важная новость. Пришла весть с полиции. Вывезут деньги из полицейского участка. И куда их переведут? В криминалистическую лабораторию для проверки. Мы заберем эти деньги до проверки. Раскольный, зачем ты это делаешь? Раскольный пришел ко мне, когда я был при смерти. Я хочу, чтобы он снова пришел ко мне. Но ведь врач сказал, что вернет Раскольного. Врач считает, что Раскольный — это я. Глупость. Я сам себе вылечу. Почему здесь нет патронов, Дмитрий? Может, Раскольный вытащил? Он же тебя всегда защищает. Радуйся, что это я стрелял. Если бы это был Раскольный, он бы убил тебя.
Дмитрий, проверь оружие. Из-за тебя я не могу поправиться. Хорошо, Раскольный, проверю. Балтазар, для тебя открыта дорога. Если бы вы поняли, я бы наступил на Пусата и раскрыл бы себе дорогу сам. Ты не понимаешь. Если бы ты без нашего разрешения прикончил бы Пусата, то в дальнейшем я бы не смог тебя защитить. И какой же следующий шаг? Кому-то нужно следить за работой Стамбула от имени Совета. То есть, как посол. Еще слишком рано все открыто обсуждать, Балтазар. Но ты теперь должен на все обращать внимание и не связываться с Пусатом. А если он не будет спокойно сидеть? На это есть мы. Его каждый последующий шаг будет считаться не как против тебя, а как против нас. Мы получили сигнал от нашего человека в полиции. Да, машина, груженная деньгами, выехала. Братец, пить хочется. Могу ли я сделать глоток из твоей бутылки? Конечно, брат. Посмотри справа. Свободно? Да, брат. Проезжай. Спасибо. Не за что, на здоровье. Автомобиль просто движется. Пока нет ничего подозрительного. Тогда звони Акифу, раз все готово. Акиф. Да, Айнура. Автомобиль начал движение, наш человек в машине. Они едут к вам. Понятно, мы идем на свои места. Они едут сюда. Ты продвигаешься медленнее в деле совета, нежели я ожидал от тебя, Фэхми. Раз все уже узнали мои цели, то мне не стоит уже спешить. Промедление в этом деле может завести новые проблемы. Многие не хотят, чтобы ты создал сильный совет. На самом деле этот период помогает мне узнать их. Да, и до создания совета нужно сделать другую подготовку. Хакке, есть ли в Стамбуле кто-нибудь из молодежи, кто бы мог быть нашей правой рукой? На данный момент есть Балтазар, который сделает это с достоинством. Конечно, на ум приходит и Пусат. Но он не слушается. И может создать нам проблем. А ты что думаешь, Джахид? Я согласен с Хакке. Но когда делаешь выбор, следует смотреть не на то, кто слушается, а на то, кто лучше выполняет свое дело.
Если младший не слушается, это не его вина, а упущение старшего. Стамбульский посол для совета будет очень важным лицом. Поэтому я хочу, чтобы за стол сел тот, кто не наведет проблем. Ты хочешь, чтобы был кто-то послушный и не создавал проблем? Но тот, кто сегодня слушается тебя, завтра может слушаться другого. Ты не знаешь этого? Господин, решение принимать вам. Но я голосую за Балтазара. А я за Пусата. Но раз так, тогда не мы будем давать задание. Пусть они сами возьмут задание, и пусть выиграет сильнейший. Что с тобой? Брат, как-то резко почувствовал усталость. Глаза закрываются. Это, наверное, из-за кондиционера. Не знаю. Вздремни немного. Почему остановились? Не знаю, господин. Выйди и посмотри. Брат, что ты остановился? Что-то сломалось, брат. Давайте быстрее, господа, быстрее, быстрее. Проблемы есть? Никаких проблем. Что происходит, брат? Зачем остановился? Компрессор полетел. Не понял. Тормоза не работают. Но мы спешим. Брат, пока компрессор не будет работать, я с места не сдвинусь. Приехали. И сколько ты будешь чинить? Ну, если небольшая поломка, то минут 5, брат. Дайте мне 5 минут, я и вправду сам справлюсь, быстренько. Давайте быстрее. Что случилось? Компрессор у него сломался. И что? Придется подождать 5 минут. Свяжитесь с машиной, что впереди. Как прикажете. Мы здесь еще 5 минут будем. У нас не осталось времени, Акиф. Я не могу больше задерживать. Хорошо, быстрее. У нас нет времени, быстрее. Давайте, господа. Быстрее садись. Скажи, что вы ждете. Хорошо. Ты хорошо справился, спасибо.
Слушаю, Акиф. Господин, мы с успехом справились с операцией. Деньги подменили. Хорошо, Акиф. Хорошо, спасибо вам. Наконец-то справились с этим делом. Сестренка, улыбнись, наконец. Аллах спас нас от большой беды. Спасибо вам. Каждая из этих школ прекрасны. Но ты ведь знаешь, что Алиф не хочет оставлять маму на Зифе. Понимаю. Тогда найдем другой выход. Какой же ты хороший друг, Мартин. Ты будешь участвовать в благотворительном вечере в Лондоне? Очень хочу. Но ты же знаешь, что в данном положении это невозможно. Генри не сидел сложа руки. Он рекламировал наш фонд. На вечер придут очень важные люди. Ты посчитаешь это непрофессиональным, но я не могу уделять время другим детям, когда моя племянница в таком состоянии. Видишь, фонд и без меня хорошо живет. Я прекрасно тебя понимаю. Естественно, что у тебя есть первостепенные интересы. Твой профессиональный долг не должен тебя ни на что вынуждать. Все, что ты делаешь, должно быть от тебя, от души. Я думаю, что ты очень хорошо меня знаешь, Мартин. Разговоры с тобой приносят мне пользу. Я тебе очень благодарна, что ты уделяешь мне время. Для меня и твоя дружба очень ценна, София. Я хотел с тобой поговорить лично, Джахид. Дело в Софии. Спасибо. Приятного аппетита. Не спеши с решением о благотворительном вечере. У нас еще много времени. Возможно, Генри нам поможет, посоветует чего-нибудь. С твоего позволения. Алло, София? Слушаю, Джахид. Как ты? Хорошо. А ты в порядке? Да. Мне надо встретиться с тобой. Хорошо, давай. Где ты? Я приеду к тебе. Я сейчас с Мартином. Может, вечером встретимся? Хорошо. Тогда давай в 8 часов. Хорошо, до вечера. Хорошо, до встречи. Может, хочешь уйти? Да, было бы неплохо.
Что ты здесь делаешь? Судья в курсе. Он хочет, чтобы я присутствовал на экспертизе. Нельзя. Включай камеру и снимай все улики. Ну вот, это деньги, которые вы используете в качестве улик. Обвинения, в котором вы пытаетесь всех убедить, абсолютно необоснованные. Но это невозможно. Скоро правда выйдет на свет. Я хочу и для себя копию записи экспертизы. Хорошо, госпожа. Как хорошо, что мы встретились, Мартин. Мне идет на пользу разговоры с тобой. Надо почаще встречаться. Следующий ужин с тебя. Стойте! Стойте, что вы делаете? Отпустите! Мне кажется, что золото ты прячешь в этом пруду, Лиссандрий. Да, Захарий. Эта рыба проглотила один из слитков. А я не даю жить тому, кто забрал мой товар. Почему ты надеваешь перчатки? Оружие не любит отпечатков пальцев, Лис. Не бойся, чистое дело. Тогда начнем обсуждать дело. Вот список желаемых мною оружий. Я хочу от тебя тяжелое оружие и глушители. А куда это поедет? А это тебя не касается. Конечно же. Но откуда я узнаю, кто мой следующий клиент? Причина. Смотри, я продаю оружие, стоящее 5 лир, террористу за 1 лиру. Потом это оружие начнет взрываться, и все вокруг оживится. А потом я пойду к государству, которое пытается подавить эти теракты. Или же к силам, стоящим против этого государства. И снова оружием торговать буду я. Но на этот раз стоящее 5 лир оружие я продам за 15. Затем и это оружие начнет работать. Все вокруг задымится, затуманится. А на этот раз я пойду к соседям, боящимся, что эта война перетечет к ним. Им я скажу, какое оружие есть у них. Почему бы вам не иметь больше, чем у них? Теперь продам им всего по завышенной цене. Начнется война, закончится оружие.
потребуется новое оружие, и вновь я войду в работу. Поэтому, Лис, мне важно знать, кому едет это оружие. В Сирию поедет. Мы укрепим нашу дружбу. Для меня проблем нет. Средний Восток всегда был открытым и свободным рынком. Когда ты сможешь подготовить оружие? Самое главное правило моей работы – всегда быть готовым. Война ведь не ждет. Тогда скажи время и место, когда мы обменяем золото на оружие. Сделаем так. Сначала золото ты отправишь туда, куда я скажу, а потом я оружие туда, куда ты скажешь. Важно, чтобы я забрал и передал оружие. Им надо знать, что я их послал. Это дело невозможно в Турции. Я не могу ввести оружие сюда. Через морской путь оружие поедет в Сирию. А оттуда, куда хочешь, доставишь. Передадим тебе. А золото на дне пруда. Когда оружие приедет в порт, я золото загружу в твой корабль. Договорились. Но чтобы не было проблем, не забывай, Лис. Все умрут. А в итоге мир останется в руках держателей оружия. А знаешь почему? Потому что мы единственные, кто выиграет войну. Что случилось, Андрей? Война приблизилась. Ну что, снова приехали к началу? Я никуда не приехал. Я бы на твоем месте... Говори, говори, не стесняйся. Не стал бы упрямиться. Если ты будешь с нами, будет хорошо. Вам будет хорошо? Или мне? Господин Сеттар, не надо говорить вы, не надо разделять. Для всех нас будет хорошо. Когда говоришь про всех, Зульфу включен в это? Я подумал и решил, что ты нужен мне, а я тебе. А я тоже подумал и тоже понял. Спустя столько лет вернулись на родину. Несмотря на то, что вокруг много людей, у человека кто-то рядом нужен. Ну вот и все, господин Сеттар, мы рядом с тобой. Давай и ты приди к нам. Хорошо? Приду. Но у меня одно условие. Господин Сеттар, если придешь, то приходи по желанию собственному. Что это за условия такие? Постой, господин Зульфикар. Послушаем его условия. Слушаю, господин Сеттар. Ты устроишь в мою честь прием, Зульфу. Да я в твою честь... Зарежу двух куриц. Нет, нет, этого мне не хватит. Хорошо, господа. Лишь бы вы сели за один стол. А я ради вас 1000 овец зарежу. Я не смог прийти на твою битву с Пусатом. Если бы я был рядом, то мы бы сейчас обсуждали мертвого человека. Я не захотел, чтобы ты приходил. Не зацикливайся на этом. Можешь заняться некоторыми людьми в своей команде. В самое короткое время я заткну эти трещины.
Будет хорошо, если заткнешь. Потому что настоящая борьба начнется сейчас. Единственная преграда для посольства перед нами – это Пусат. Значит, мы возвращаемся к старому строю. Значит, Стамбул не останется без хозяина. Чем сильнее мы будем, тем успешнее мы будем перед Пусатом. А какие планы? Стать террористом в Стамбуле. А потом героем, который покончит с этим террором. Как? Ты вместе со своими людьми перевернешь вверх дном Стамбул. Тут есть небольшие законные организации. На них нападешь, станешь крышей, а они, чтобы избавиться от тебя, придут ко мне просить помощи. То есть попавшего в море укусит змея. Таким образом ты заработаешь денег, а я стану героем. Но для начала своей команде и всем остальным скажешь, что ты прекратил со мной сотрудничество. Ну, чтобы они поверили, когда я приду спасать их. Кто вы? Зачем вы сюда привезли нас? Отвечайте. Пожалуйста, отпустите госпожу Софию. Она просто моя подруга. Можете обо всем поговорить со мной. Не будем отказывать просьбе господина. Стойте! Стойте! Куда вы его ведете? Стойте! Ты в порядке? Да. Мне нужно идти. Твоя машина готова. Это мой план. И они будут действовать, как я хочу. София ни в коем случае не должна получить вред. Как хочешь. Лишь бы появился Пулат Алимдар. Я сейчас встречусь с Джахидом. Он ради Софии способен на все. Даже на то, чтобы встретиться с Пулатом Алимдаром. Это будет легче, чем ты думаешь. Что ты имеешь в виду? Джахид работает на Пулата Алимдара. Он агент среди шевалье. Это невозможно. Почему ты так удивлен? Он же и так был членом команды Пулата. Нет, не удивился. Ну ладно, мне нужно идти. Соберитесь.
Мискет. У меня новость, которая понравится тебе. И что же это? Отныне нам не нужно на кого-то работать. Я прервал все свои связи с Балтазаром. Отныне нет Балтазара. И не будем заниматься наркотиками. То есть как? Вы разве не хотели работать на себя? И мы теперь будем работать только на себя. Теперь мы ни на кого не работаем. Этой ночью выезжаем на дело. Ты со мной? Каким же делом будем заниматься? Нападем на место человека, которое он открыл на деньги от наркотиков. Вы со мной или нет? Согласны. Согласны. А вы? Согласны. Вы здесь всех держите? Только мужчин здесь. Женщин, как привезли, сразу продают. Все из Сирии привезены. На этот раз все из Сирии. Сагир, тебе помогут эти люди? Тебе зачем люди нужны? Чтобы быть вместе толпой. Ну вот, все умрут там, куда мы пойдем. Потом нам не придется их содержать. Лишь бы они не создали нам проблем по неопытности. Ты что, забыл, в каком виде и когда я тебя нашел? Хорошо, открывай. Смотрите на меня все. Кто-нибудь из вас знает меня? Я командир Сагир. Я ищу людей, которые готовы выполнить все, что я скажу. Умеющие держать оружие, не боящиеся смерти, которые хотят заработать много денег. Те, кто хотят быть рядом со мной, пусть пройдут сюда. Закройте. Мартин? Джахид, ты должен выслушать меня. София. Где София?
Успокойся, Джагид. Я расскажу. Я говорю, где София? Нас похитили. Кто? Отряд львов. Во главе них какая-то Джульетта. Где они? Скажи. Не могу. Выслушай меня. Есть Брэндон. Ему нужен Полат. Если он не придет, то он убьет София. Если я его найду, то на этот раз убью. Нет. Ты ничего не делай. И тебя убьют. Ты просто скажи мне, где они находятся. Не могу сказать, Джагид. Отведи меня к Полату. Я только ему могу сказать. Кто тебе сказал, что я могу тебя отвезти к Полату? Они сказали. Ты мне скажи, где они. Нет. Я не могу подвергнуть опасности жизнь Софии. Должен признаться, мне понравился план Мартина. Надеюсь, Джагиду удастся найти Полата. А вдруг Джагид сам захочет прийти? Тогда и он у нас погостит. Как тогда мы найдем Полата Алемдара? Мартин близок к семье. Если он кому-то скажет, что похитили Софию и Джагида, то вмиг это Полат узнает. Тогда не придется нам искать. Он сам нас найдет. Все еще нет новостей от полицейского гонца. Экспертиза все еще не закончилась? Когда я говорил в последний раз, все было по плану. Слушаю. Что случилось? Недавние обвинения в денежной помощи от Полата Алемдара для Шедид были опровергнуты. В ходе недавней операции был пойман командир Шедид с крупной суммой денег, которая была представлена как денежная помощь для Шедид от Полата Алемдара. Улики, привезенные на криминалистическую экспертизу, оказались поддельными. Уполномоченные работники огласили необходимость собрать специальную комиссию для расследования обвинений на Полата Алемдара. Расследуется связь полицейских в участии операции. Ты должен сказать, где держит София. Мы теряем время, Мартин. Я не могу это сделать, Джагид. Ты иди. Хочешь, вернись на родину. Хочешь, свяжись со своим посольством, но ни с кем не связывайся. А ты что будешь делать? Ты знаешь, что я буду делать. Это очень опасно, будь внимателен. Thank you.
Где София? Говори. Мой Эрхан, у меня новость для тебя. Слушаю, господин Зульфикар. Раньше был мастер по разработке оружия, который давненько не появлялся здесь. А теперь он пересек границы и снова приехал в нашу родину. А ты знаешь, зачем он приехал? Этот человек ни за что не стал бы так рисковать приезжать в Турцию, если бы не было у него дел. А оружие он тоже привез? Нет. Не просчитав свое дело до конца, он не привезет оружие в Турцию. Меня волнует, кто его оружие в Турции купит. За этим делом может стоять Лис? Может, на украденное золото купит у него оружие? Возможно. Значит, золото выедет из Турции. Но все же мы будем в курсе. Хорошо, господин Зульфикар. Пожалуйста. Новости есть? Нет, не важно. Личное дело. Ты веришь в Господа Бога? Нет. Я верю в Аллаха. Посмотрим, что на это скажет Господь. Господь говорит, попробуй снова. Господь говорит... Господин, Самуэль Вануну убит. Не перебивай меня. Вы неудачники. Я бы на вашем месте захотел умереть сегодня. Отпусти их. А Палату Алимдару скажи, что я говорю спасибо за Самуэля. Что такое, Эрхан? Брат звонил Невзат. Лис их отпустил? Отпустил Невзата и Пурмюза. А остальные? Убил. Застрелил в голову всех. Все из-за меня случилось, брат Пылат. Они погибли из-за меня. Кто они? Я не знаю. Я пойду посмотрю. Дружище, вы не можете остановиться здесь. Меня никто не смеет останавливать.
Стой! Стойте! Отпустите свое оружие! Быстрее! Положите свое оружие! Соберите оружие! Возьмите это тоже! Молодцы! Отныне ты будешь делиться половиной того, что ты заработал. Нет. Отныне не будешь торговать наркотиками. А мы отныне не работаем с наркотиками. И не работаем с теми, кто зарабатывает на этих наркотиках. Не так ли? Он пришел раньше, чем я ожидала. Выходите.
Отпусти свое оружие, Джахид. Хорошо. Ты об этом пожалеешь. А когда привезут пиццу? Скоро привезут. Потерпи. Иди садись. Я привез заказ. Хорошо, проходи, братец. Привезли. Не надо бежать. Ваша пицца. Добро пожаловать. Рад видеть. Папа, моя малышка. Пошли внутрь, бабушка ждет. Вы идите, я приду. Я посмотрю. Что ты сделал? А что я сделал? Почему не заставил курьера снять каску? Ну, каждый раз смотрим же. Будешь смотреть, братец, это твоя работа. Хорошо, посмотрим, когда выйдет. Сними каску. Что случилось, брат? Хорошо, брат, можешь проходить. Мамочка, сыночек мой. Мамочка, мой малыш. Иди сюда. Как ты, мамочка? Хорошо, сынок, а ты? Хвала Аллаху, хорошо. Что случилось? Приехал разносчик пиццы, а они не посмотрели подкаску. И что? Проверили потом. Дом палата Алемдара, все нормально. Смотри, папа, это я сплела. Это правда ты сплела? Да. Мама Назифе научила. Машалла, какая талантливая у меня дочка, очень красиво. Мама, это тоже очень красиво. Это я заберу. Я и так для тебя все это вижу. Дай Аллах мне жизни, чтобы доделать. Конечно, доделаешь, мамочка. Как я такое буду носить? Ты не можешь больше противиться, Джахид. Скажи нам, как найти Полата. Не волнуйся. Он тебя найдет. Мы же с тобой закрыли свои счеты, Джахид. Сюда не ты должен был прийти, а Полат.
Что делать? Я не могу больше ждать. Мы должны найти другой путь, чтобы найти Пулата. Если не заговорит, убейте. Хочешь что-то сказать? Не убивайте его. Я скажу, как найти брата. Мамочка, зачем ты трудилась? Мы же пиццу собирались есть. Ну какой труд? Я что, не знаю, что ты пиццу не любишь? Да и ведь я не больна, я здорова. А где София? Хотел бы ее тоже увидеть. Не знаю. Наверное, скоро придет. Она сегодня встречалась с Мартином. Я выключу чайник. Схожу за новой. Хочешь пирог? Пусть Пулат Алемдар сдастся, если хочешь, чтобы его сестра жила.